Активисты Одинцовского отделения «Единой России», сторонники партии и представители «Молодой гвардии» провели мониторинг благоустройства вблизи социальных объектов. Осмотрели новую дорогу и тротуар вдоль гимназии номер 7 и 11, а также школы номер 9. Работы на объектах практически завершены. Сделаны лежачие полицейские, нарисована новая разметка пешеходных переходов. Обустроены дорожки при входе в школы. Мониторинг соцобъектов прошел в рамках реализации проекта «Безопасные дороги» и подведения предварительных итогов реализации проекта «Подмосковье. Территория перемен».